Доброго времени суток, мои очаровательные подписчики и зрители. Хочу снова с первой минуты порадовать новогодними красивыми композициями. Новогодние праздники скоротечны, но все-таки посмотрите, какая очередная красота в Бенвилле, созданная флористами. Маленькая ель за 2420, созданная из лапника и мелких украшений. Также настольные композиции очаровательные. За 7500, какая красивая, огромная композиция из живой ели канадской. С ветками орешника. Даже семена лотоса натурального. Смотрите, какая милота и крупная композиция. Маленькая-маленькая. Подарочное украшение на праздник, 690 рублей. Фанерный конвертик, чернильные гвоздики, серебристый эвкалипт и ель. Примилое украшение для стола и комнаты. И еще вот такая вот чудесная композиция за 1840. Гвоздики, белые и желто-ванильные розы в милом сиреневом кашпо из фанеры. Много очень новогоднего, но вот это большое, просто чудесное украшение. Ну, довольно дорогое, конечно, 7500. 199 копейками нарцисс Брида. Краун, какая красота! Присыпанный песочком. Так интересно, интересно выглядят. Есть еще гиацинты в миксе. Очень-очень фиолетовые луковички. 259 за 3 штучки. Есть еще нарциссики, которые уже в бутонах. 170 рублей тет-а-тет. И уже почти раскрывшиеся бутоны амарилисов. 400 рублей. Красавцы коренастые. Готовы порадовать цветением. И еще гиацинтики в миксе. За 70 рублей по одной штучке. И уже все в бутонах готовы цвести. Гиацинты 84-15. Свежайшие луковичные. Ой, какие красивые. Рядом хризантемы винно-красного окраса. Необычайно красивый окрас. Эльфлёр 340 рублей. Нефролеписы какие ярко желто-салатовые сегодня. 169 копейками бастон блонд. И еще нефролепис очень красивый. Экзальта микс. Также 169 копейками мелкие красивые круглые листья. Еще какой-то вижу нефролепис. Экзальта микс, также 169, очень мелкие-мелкие листики, совсем манюпухонькие. Три сорта нефролеписа, довольно интересные и недорогие. Давали и недорого, 299,20, небольшие горшочки. И еще один нефролепис. Грин Леди 229 с копейками. $799 копейками Сингониум Ред Харт. Очень крупные, красивые розово-зеленые листья. Огромные кусты.
Посмотрите, какое чудо. Милый-милый розово-зеленый цвет у листьев. Крупные-крупные. Большие кусты. Обратная сторона зеленая. Отличные экземплярчики свежих сингониумов. Сингониум White Butterfly 255, совсем недорого. Огромные кустики свежих сингониумов. Также есть еще Arrow 340 рублей. Очень милые, красивые сегодня сингониумы. Замя, колька, зензи, маленькие коренастые растения свежие. Как я их люблю, они такие на толстых ножках, с кругленькими, крепенькими, близко посаженными листиками. По два побега в каждом горшочке. Цена 520 рублей. И есть побольше экземплярчики. Также зензи. Три штуки в каждом коренастых побега. Посмотрите, какие мощные. Цена 620 рублей. Красота свежих замиокулькасов. Ой, какие красивые листья. Калатея White Star. 782 рубля. Белополосатые зебровые листья. Посмотрите, эффектно будут смотреться в доме. Очарование листьев. Какие же они красивые. Калатеи, строманты. Вот смотрите, какая строманта. Трио Стар 824,5 рубля. Очень яркие листья. Много розового на листе. С обратной стороны все малиново-розовые. Очень красивый сорт калатеи. Есть еще макаяна, миста. Макаяна 799. Миста 731, а также еще здесь медальончики 499,80. Много очень интересных, ярких, пестролистных растений для интерьера. Обожаю еще вот этот вот сорт. Посмотрим. Арбифолия калатея. Цены нету. Видимо, с обратной стороны. И, конечно же, красавцы. Алаказии Black Velvet. Полюбуемся снова красотой бархатных вельветовых листьев. 399 с копейками. Ну, очень уж милый лист. Обратная сторона лилово-бархатно-фиолетовая. Снова хоечки. Кэри 220 рублей сердечки. Необыкновенно приятные подарки, милые, сердечные. Также много маленьких хоечек. Цена 229 с копейками. Триколор. Карамельные розовые, очень приятного цвета листья, малышки. 357 рублей Хоя Вайти. Длинные, тонкие, изящные листья, как будто бы сложенные пополам. Имеют выраженную складку в центре листа вдоль. Смотрите, какие интересные листья, необычные для хоечки. 357 рублей. Цена не очень высокая, доступная. Новое разнообразие композиций, разных форм, разных растений. Вот такие вот гиацинты
в новогоднем варианте. 299 рублей маленький, 399 побольше. Снова домики террариума милахи. Есть новогодние композиции с украшениями из шариков. 2500 флорариума суккулентов. Какая красота! Есть новогодние украшения. Вот этот вот очень интересный кактус. Я не знаю, я его не видела в продаже. Пушистенький и интересный по форме вариант. Много очень интересных снова сделали флористы композиций в стекле. Еще один интересный флорариум. Цена 1490. Флорариум большой, с большим набором растений, с интересным оформлением. Почва и голубой песок, и галька, и еще игрушки. Снова циропегии на высоких ножках, вазах. За 2500. Мне нравится вот это, очень интересная форма, как банка флорариум. И новогодние игрушки на коре, очень изящно смотрятся. Каждая композиция неповторима, интересна и уникальна. Еще один последний, наверное, флорариум. Почти 5000 без одного рубля.